Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду делиться с вами своими наблюдениями о том, как распознать непрофессионального преподавателя. Если вам понравится это видео, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Так вы поможете им сэкономить время и нервы, и вы поможете мне. Моя задача – сделать преподавателей профессиональными, и ничто так не мотивирует их, как очень взыскательный ученик. Итак, начнем. Причина номер один. Почему вы до сих пор не говорите? Потому что за вас говорит ваш преподаватель. Что это значит? Это значит, что более 60-70% урока говорит он, а не вы. И это не лекция, это ваш урок. Иностранный язык – это прежде всего практическая дисциплина. И даже если вам нечего сказать, вы должны практиковаться в соответствии с вашим уровнем. Повторять слова, читать легкие диалоги, составлять легкие диалоги и учить их. И да, легкие диалоги можно составлять уже после первых уроков. Например, «Salut! Bonjour! Tu vas bien? Oui, merci! Et toi? Bien, merci!» А вы что думали? Начинаем с малого и постепенно увеличиваем объем. Если вы не можете оценить, много ли говорит ваш преподаватель, запишите один урок на диктофон. Кого больше слышно? Также обратите внимание на то, как вы с ним общаетесь. Если ваше общение сводится к тому, что вы повторяете за преподавателем что-то, как попугай, или отвечаете короткими «да» или «нет», то после таких уроков вы никогда не заговорите. К сожалению, 80% преподавателей не стремятся разговорить с ученика, а говорят сами. И хорошо, если это будет на иностранном языке, но часто это бывает на русском. Если у вас именно такой преподаватель, то с таким же успехом вы можете смотреть или телевизор с фильмами, или радио на языке, и это совершенно бесплатно. Тогда лучше уж возьмите какой-то онлайн-курс, цена на который будет дешевле, чем индивидуальные занятия или групповые занятия с таким преподавателем. И пусть такой преподаватель практикуется в языке и в своем красноречии в другом месте и не за ваши деньги. Ищите преподавателей, которые умеют слушать. И вот причина номер два. Ваш преподаватель не умеет слушать. Такой преподаватель заканчивает за вас слова, формулирует фразы, не дает подумать и не ждет ваших ответов. Какой молодец, только учиться должны вы, а не он. Причина номер три. Ваш преподаватель дает слишком много материала, не закрепляет его и никогда не повторяет. Галопом по Европам. Такому преподавателю важно отстреляться самому и плевать на результат. Или, возможно, он просто не умеет закреплять. Как бы то ни было, уходите. Ищите тех, кто грамотно умеет распределять материал, закреплять его и работать в вашем ритме. Причина номер четыре. Ваш преподаватель не умеет объяснять, и, казалось бы, простые вещи вдруг становятся сложными. Иногда даже не удается понять, как нужно сделать упражнение. А если уж речь идет о какой-то теории, то вообще караул. С таким преподавателем бывает легче что-то почитать дополнительно самому. Причина номер пять. Человек-хаос. Это отсутствие программы, какой-то стратегии в обучении и постоянные копии, которые иногда называют авторским курсом. После таких уроков остается больше вопросов, чем ответов. Это можно понять по отсутствию у вас системы в голове, когда каждый раз становится более сложно, и вы абсолютно не понимаете, как это употреблять в жизни. И это на сегодня все. Пишите в комментариях и продолжайте этот список со мной. У меня в голове еще есть очень много причин. Я могу записать новые видео. Хотите? Буду ждать вашей реакции. До скорого!